Всем привет! Вот наступил долгожданный 2020 год. Сегодня у нас 1 января, и я надеюсь, что все отметили хорошо и при этом в наших рядах без потерь. Сегодня поговорим вот о такой вот очень маленькой прикольной штуковинке, я бы сказал, наверное, о брелке от компании NC Custom. Предоставлено все это дело, собственно, ими же, поэтому ссылки на их соцсети, на фирменный магазин оставлю обязательно в подписи и в закрепленном комментарии. Напоминаю, что в интернет-магазине «Империя ножей» вы можете приобрести любую продукцию с 8% скидкой по промокоду YETI. Все данные, все промокоды тоже, опять же, там же в подписи. А внутри нас ждет вот такая маленькая штуковинка, и это именно такой брелочек. Сразу, когда достаю, у многих наверняка возникает вопрос. Что это? Зачем это? Нож должен резать. Как можно с ним выживать? Никак. Это такой брелок, который сделан больше для эстетики. Да, поскольку он очень маленький, но он очень классно оформлен, очень здорово выглядит. Они вот были в сатине, как в моем случае, были в стоунвоши. Там отличались вот эти вот чехольчики на них по цвету. И сейчас под Новый год появились еще с крысой, поскольку у нас текущий год, который наступил, год железной крысы, есть стилизованный такой же маленький ножичек, это такой японский киридаши. Давайте пробежимся по характеристикам и, в принципе, я вам расскажу, что это и почему. Вес с ножнами, которые сделаны из кайдекса, всего 40 грамм. Сам ножичек весит 34 грамма. Его полная длина 114 миллиметров, из которых режущей части 34 миллиметра. В обухе это у нас 3,7 миллиметра. Сделано все это дело у нас в России. Моделька называется Кои, как карп, и сталь АУС 8. Относительно твердости, я вам честно скажу, я даже не смотрел на сайте, поскольку для такого маленького ножа, задача которого только распаковывать, либо приносить эстетическое удовольствие, абсолютно не важно. Здесь могла быть какая угодно другая сталь. Мне именно этот нож интересен как ритуальный, да, с точки зрения распаковки, и он сведен очень тонко, что он даже тупой будет резать, поскольку вот здесь я на кончике намерил 0,2, и вот здесь только где начинается взрезка 0,4. Во всей вот этой средней части тоже везде 0,2, что его, во-первых, и будет править легко, и подвод не вырастет, ну и плюс, несмотря на такой толстый обух, он шикарно вспарывает какие-то коробки, посылки и все остальное. Носить это все дело можно смело на как брелок, поскольку здесь все хорошо держится, нигде ничего не выпадает. Можно там выбрать разные по цвету ноженки. И на самом деле это именно такой подарочный вариант. На самом деле компания NC Custom и, собственно, Mr. Blade последнее время очень много уделяют времени и всяким новым интересным идеям вот в этом сегменте в подарочном, да, что ты приходишь и можешь в магазине купить, ну, на любой случай жизни, на любой праздник в подарок нож, то есть ножи там с надписью там «Честь, отвага», там, или 9 мая, или с 23 февраля, что ты не бегаешь и ищешь, где же сделать тебе памятную надпись, ты можешь сразу с ней купить. И вот эти вот штуковины, есть совместная у них работа с бруталикой, бритва, да, небольшая. Есть у них всякие ножевилки, такие тактические костыли для самооборонщиков и прочее-прочее, что очень неплохо сейчас у них развивается данный сегмент. Поэтому, безусловно, тоже там сидят не дураки, маркетологи у них что нужно, и они понимают, что эта ниша рынка есть, и покупательно все это дело есть. Потому что, поверьте, если бы это было никому не интересно и, в принципе, не нужно было бы, никто бы этого и не делал. Потому что люди там серьезные, деньги тоже считать умеют. Вот, относительно самого ножичка. Очень прикольный, и вот я, опять же, повторю, всякие ножевилки интересные с лазерными гравировками. Мне очень нравится, вот как вообще здесь все выдержано, что вот эта медная вставочка, да, такая чисто в японском стиле. У меня, кстати, тоже, сказать, недавно появилась вот такая еще распаковывательная штука. Это бритва,
Точнее, это нож, стилизованный под опасную бритву, который сделал мне мой товарищ Дмитрий Осаренко. И ее рабочее название этого проекта «Бывшее». Попозже вам отдельно про нее расскажу. Но это вот из такого же разряда, что бесполезная в быту штуковина, но классно распаковывать посылки, очень круто выглядит. Вот это такой же сегмент. Поэтому, кстати, я думаю, что с математикой у всех все хорошо, и от 114 вы можете вычесть 34 мм и понять, что здесь на самом деле очень мало места для руки, поэтому я видел такую фишку в интернете, да. Вот этот чехольчик его можно носить либо на шее, на паракорде, либо его можно там, привязать за шлевку, к шлевке ремня и носить это дело в кармане. Но для того, чтобы увеличить... скажем так, рукоять, ее удобство, видел в интернете, делают вот так. Вставляют обратной стороной в ножны, поглубже, и получается нормальная по размеру под руку. Причем здесь смотрите, как все четко садится, что им вполне можно что-то делать долго и уверенно. Вот такая вот сегодня у нас штуковинка для анбоксингов, особенно для тех, у кого есть там свои каналы или просто не всегда есть возможность таскать с собой большой нож, а получаете посылки по почте. Китай, Америка, Финляндия, может быть, даже вполне подойдет. Поэтому компании NC Custom большое спасибо за предоставленный экземпляр. Однозначно стоит присмотреться к этой серии в качестве подарков. Я знаю, что даже некоторые дарят своим девушкам, женам и сестрам такие штуковины, потому что она такая унисекс. На этом, наверное, все. Всем спасибо. Пока.